Так что смотрите, сейчас человека 4-5. Лена, Вова. Пытаемся с Олегом Вячеславовичем, и все остальные тогда ожидают. Зачем сюда поднимемся? Зачем? Я буду дождя, как... Ну вы видите меня теперь, это я депутат горсовета, и согласно закону о местном самоуправлении, я имею право на безотлагательный прием в чрезвычайной ситуации. Забастовка в горводоканале — это чрезвычайная ситуация. Вы видите меня, значит, Владимир Владимирович? Я не буду вас выводить. Ну так а в чем дело? Я пришел с представителями забастовочного комитета, они меня пригласили отстаивать их права. Как так? Я, ну, вообще это нарушение закона о местном самоуправлении, Нелли. С чего вы взяли? Ну как с чего? Давайте откроем статьи и посмотрим. Есть совещание, вы подождите. Какое совещание? Значит, представители Стачкома вот здесь, вот тут юристы, вот они меня пригласили. Подтвердите. Николай Матвеевич, подтвердите. Они сами меня не приглашают. Это что? Председатель партии регионов. Мы пригласили всех, чтобы наши права... Сейчас мы поговорим с профсоюзом. Нет, Игорь, ну вот скажите, что вы меня... Профсоюз нас не поддерживает. Скажите, что вы меня не пускаете в кабинет мэра. Меня депутата городского совета, политическая партия «Фронт Змин», мэр города не пускает в кабинет. Я не ношу, Владимир Владимирович. Мы с вами одного возраста, кстати. Я не молодой человек. На всякий случай. Мы с вами одного... Ну, так, я говорю, Нелина примет профсоюз, а потом примет депутата городского совета. Мы все вместе пришли. Я пришел вместе с профсоюзом. Ну, об этом нужно было, наверное, предупредить. Есть же сегодня... Хорошо, мы завтра придем. Это чрезвычайно. Давайте. Почему вы не хотите, не пускаете нас сегодня? Если не принимаете, мы тогда придем завтра. Почему вы меня не пускаете? Никто не говорит, что кто-то кого-то не пускает. Я говорю о том, что мэр города хочет поговорить с представителем профсоюза. А профсоюз будет... нас не поддерживает. Ну так не бывает. А что не бывает? Позвольте, у нас... дверь. Потому что мы отнимаем друг друга время. И все. Ну, и более но если вы не будете со всеми нами разговаривать, мы сейчас разойдемся. Да кто это сказал, что не будем мы с вами со всеми разговаривать? Ради ну а Бога. Почему по отдельности я... со всеми разговаривать? У меня голос такой. Ну и что-то, пожалуйста, пойдем. Уже три... Пожалуйста, пойдем. Давайте тогда спустимся в большой зал и поговорим с этим. Давайте людьми. Сейчас мы поговорим. Говорите, здесь, как сказал мэр. А потом мы решим, как это ну, будет. Ну, оговаривайте, мы тогда ждем вот, вас внизу. Мы думали. Я заявляю присяге. Сейчас вы нарушаете закон. Вы не пускаете депутата горсовета в кабинет мэра. И мэр тоже нарушает сейчас закон. Если бы вы предупредили... Когда мэра шел головы, на выборы, я обещал защищать и отставать интересы наших... Вы правильно все делаете. Как это Олег, никого? Как вас получится? Вячеслав. Олег Вячеславович, сейчас будет происходить совещание. Вам надо было немножко раньше предупредить мэра. Есть распорядок дня. Это чрезвычайная ситуация. Забастовка в горводоканале. Депутат может принять немедленно приема у потребовать у мэра. Да. Ну, а мэр вас должен примет, реагировать. Вы слышите, она говорит, примет вас только немножко позже. Будьте добры, зачем разговаривать по одному, если мы все за одно дело? Ну позвольте все-таки решать это все равно хорошо, мэру. Хорошо, Владимир Владимирович, я не буду вступать в конфликтную ситуацию, там отодвигать, но я еще раз просто подчеркиваю. Вы сейчас нарушаете закон, закон о местном самоуправлении. Вы не пускаете депутата горсовета в кабинет мэра. Мы тогда ждем в вестибюле. Пока.